Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на стадионе на Флотской улице. И сегодня нас ждет большой футбольный день. Начинаются трансляции у нас с легионовского марафона. Сначала в прямом эфире в рамках 1/16 Кубка Третьей Лиги сразятся дубль легиона и ядреный вождь. А следом в матче высшего дивизиона сыграют легион и интер. Но давайте все-таки начнем по порядку. Кубок Третьей Лиги – один из самых вкусных турниров в самом обширном и самом любительском по своей натуре подгруппе, под дивизионе Северной Лиги. 1/16 финала. Здесь уже все матчи данной стадии, за исключением отчетного поединка, сыграны. И последняя команда, которая еще не узнала своего соперника по 1/8 финала. Таким образом, осталась Вендетта. Именно с данным коллективом сыграет победитель сегодняшнего противостояния в середине июня, 17-го, если быть точнее, этот матч состоится. Что ж, главный арбитр встречи Юрий Коноплев уже дал свисток, возвещающий о старте противостояние, поэтому давайте быстренько начнем знакомиться со стартовыми составами играющих сегодня команд. Тем более, что эти самые команды начали с места в карьере в достаточно высоком темпе, несмотря на наконец-то летнюю жаркую погоду. По традиции начну я с состава номинальных гостей. Ядреный вождь в своей традиционной индейской расцветки. В воротах Глеб Ратников, номер первый. В центре обороны Всеволод Михайлов, второй капитан команды. Слева Андрей Антонов, 17-й. Справа Хуснедина Джумакулов, 7-й. Владимир Куренков, 88-й, номер в центре поля. Вот сейчас как раз-таки он с мячом разворачивается с помощью марсельской рулетки от Александра Седова и отдает передачу налево. Артем Митин, 3-й, и Алексей Зотов, 10-й, будут действовать по краям полузащиты. На острие атаки Алексей Осмоловский, у него на спине номер 91. На скамейке запасных у индейцев сразу 4 футболиста. О них, наверное, поговорим по ходу изменений, которые непременно сегодня в течение игры будут. Ну а пока вашему вниманию предлагаю стартовый состав дубля легиона, который сегодня в черной форме выступает. Павел Андрианов, 69-й, защищает ворота легионеров. Его брат Вячеслав Андрианов под 11-м номером в центре обороны расположился. Справа Станислав Мухин, 28-й. Слева Павел Камушкин, 77-й. Но, насколько я вижу, во-первых, Мухин играет под 54-м номером. А во-вторых, расположился он слева, а не справа, как указано в моей расстановке. Александр Седов, 17-й, в опорной зоне. Над ним играют Попин Казарян, 7-й, и Иван Нехорошев, 99-й. На острие атаки Алексей Животовский. У него номер 21-й и капитанская повязка на рукаве. У легионеров, к слову, также достаточно обширная заявка игроков, располагающихся на скамейке запасных. Сразу 5 футболистов могут и, скорее всего, появятся по ходу поединка на поле. Но, опять-таки, повторюсь, сегодня у легиона небольшой такой марафончик двухчасовой. Сразу по окончанию этого поединка предстоит в высшем дивизионе провести матч против Интера. И, безусловно, несколько игроков сегодняшнего дубля будут играть за основную команду, потому как являются футболистами обоймы. И даже некоторые игроки и стартового состава того коллектива. Но пока в любом случае все внимание отрядим этому противостоянию. Легион зарабатывает очень опасный штрафной для левоногого футболиста. Скорее всего, для Александра Седова, конечно же. Ну и представлю сам, для вас эту игру прокомментирует Никита Лаврентьев. А между тем, штрафной легионеры разыграли не так, как предполагалось изначально. Попин Казарян пробил без свистка, но угодил в стенку. Атака легионеров продолжается. Нехорошев играет назад на Камушкина. Тот оставляет мяч Павлу Андрианову. Казарян чуть было не потерял мяч, но удачно у него из-под ноги его выбил Джумакулов. Тем не менее, мяч очень неплохо перехватили индейцы. Вот только до
удара дело не довели. В обороне пока у номинальных хозяев поля все в порядке. Необходимо, наверное, сказать, что в регулярном чемпионате эти два коллектива уже встречались между собой. Волею жребия они оказались сведены в одну подгруппу, в дивизион 3Е. И вот легионеры на поле у ядреного вождя еще не выигрывали. Да, была техническая виктория в матче первого круга, но тогда ядреный вождь попался на нарушение регламента, и дисквалифицированный игрок играл, не имел права, естественно, этого делать. Сам матч, если мне не изменяет моя память, завершился ничейным счетом 1-1, ну а в игре второго круга ядреный вождь победил крупно 6-1. И вообще, на самом деле, после зимней паузы в чемпионате индейцы показывают крайне хороший футбол, великолепный результат. На данную секунду у ядреного вождя 13-матчевая победная серия, которая включала в себя игры против и лидеров своей подгруппы, в том числе и Легион, как я уже говорил, оказался повержен и РМС, который на тот момент еще чемпионом третьей лиги не стал. Ну и, естественно, не останавливались индейцы и в матчах против команд, располагающихся значительно ниже в турнирной таблице. А ведь напомню, ядреный вождь не с самого начала чемпионата стартовал. Были некоторые организационные проблемы у индейцев, из-за которых стартовые три тура они пропустили. Везде были записаны технические 0-5. Так что можно только представить, сыграй ЯВЭ в этих самых стартовых играх, каков был бы итоговый результат по чемпионату. В любом случае, он получился достаточно хорошим. Четвертое итоговое место, которое вкупо с тем, что Легион оказался на пьедестале, дубль Легиона, конечно же, дал возможность индейцам попробовать свои силы в переходном турнире, который у нас стартует на следующей неделе, в воскресенье. И соперником в первом раунде этого двухматчевого соревнования будет команда «Сирень». Напомню, регламент стыковых турниров. Сначала в первом раунде команды третьей лиги сыграют между собой, и победитель, который определится в одном матче, затем будет играть с командами, которые из второй лиги будут отстаивать свое право выступать в следующем году в этом же дивизионе. Таким образом, на самом деле, для команд третьей лиги этот турнир состоит из двух матчей, для команды второго дивизиона из одного, но опять-таки из двух, если первый раунд команда пройдет. Сирень достаточно интересная и самобытная команда. В прошлом году, к слову, они выступали как раз-таки во второй лиге, так что опыт у них имеется. Опыт имеется и, что, наверное, не менее важно, имеется и желание вернуться во вторую лигу. Для ядреного вождя четвертое итоговое место по результатам этого сезона является высшим достижением в пока еще короткой истории команды. Впрочем, и для Легиона, который свои матчи чемпионата уже завершил, но ожидает, как же их главный конкурент в борьбе за серебро, Реал, сыграет сегодня вечером с Пефлом. В любом случае, медали обеспечены команде. Будут они серебряные или бронзовые, мы узнаем только сегодня вечером. Но опять-таки, в любом случае, какой бы результат итоговый не получился, он будет наивысшим в истории дубля команды. Понятное дело, что сравнивать те результаты, которые есть и были у основной команды легионеров, не совсем верно. А вот шаг вперед по сравнению с прошлогодней четвертой позицией легионеры все-таки сделали и медали заработали. Но кубок — это всегда отдельная песня, это всегда несколько иной слог, потому что здесь всего один матч противостояния, здесь на кону солидный
призовой фонд. И на стадии 1/16 финала легионеры еще имеют право задействовать сколько угодно игроков основы. А вот если они пробьются в следующий этап в противостоянии с Вендеттой, дубль легиона будет рассчитывать лишь на 3 игроков основы, потому как по регламенту с 1/8 финала за дубль имеют право играть только 3 футболиста основы, а вот этот вот признак, основной или дублирующий футболист, он состоит в проценте сыгранных матчей за основную команду. Понятное дело, что есть такие игроки, как, например, Дмитрий Токарев, которые очень мало в этом сезоне играли, и, безусловно, согласно регламенту, он будет игроком дубля считаться и сможет таким образом помочь легиону в этом противостоянии, если он туда пробьется. Но все-таки придется делать некоторую заминку, некоторые замены для того, чтобы вписаться в существующие ныне правила. Отличный выстрел Папина Казаряна с дальней дистанции. Мяч угодил в стойку ворот Глеба Ратникова. С моей точки казалось, что не дотягивался голкипер до мяча. Попади он в створ, но удар, на его счастье, пришелся лишь в штангу. Вообще, после таких вот резких стартовых минут игра немножко подуспокоилась, и команда все-таки перешли на небольшой такой энергосберегающий режим, потому как, повторюсь, погода у нас наконец-таки по-настоящему летняя, и играть в час, а затем и в 2 дня, то еще удовольствие, прикладывая максимальное количество усилий. И здесь, безусловно, небольшое преимущество у индийцев в таком компоненте, как свежесть, будет. Но опять-таки, на кону стоит очень многое. Кубок третьей лиги – это тот турнир, за который легион декларирует задачу бороться, так же, как и, естественно, сами индейцы. Но для этого нужно сыграть еще несколько матчей, пройти до финала и, естественно, его выиграть. К слову, о кубках различных лиг. Основной состав легиона, будучи еще коллективом первого дивизиона, выигрывал кубок первой лиги в финале тогда, одолев Дружбу, так что такой трофей уже в копилке клубной истории имеется, а вот кубок третьей лиги по понятным причинам еще не покорялся. В первом раунде турнира, к слову, участвовал только Ядреный Вождь из сегодняшних соперников, но тогда он вообще без каких-либо проблем прошел своего соперника, да и во втором раунде никаких трудностей по большому счету не испытал. Гамбит был повержен со счетом 10-0, Торпеда 8-2, более чем уверенное прохождение по турнирной дистанции, оно и понятно, если уж РМС и дубль легиона Ядреный Вождь в регулярном чемпионате обыгрывает, то Гамбит, например, при всем уважении к гроссмейстерам, обязаны были проходить, что называется, на одной левой. Что касается дубля легиона, то они, как посеянная команда, стартовали со второго раунда, где встречались также с Торпедо, но с другим. С Торпедо МСК также была крупная виктория со счетом 10-3. Так что соперники, что называется, подходят друг другу. Уверенный ход в первых раундах, крупные победы. Сегодняшний матч обещает получиться крайне интересным. Но пока на самом деле не так много у нас моментов. Больше все-таки единоборств и нарушений правил. Вот сейчас как раз-таки произошло одно из них. Заработал штрафной для своей команды активный на первых минутах Хуснеддин Джумакулов. С решением арбитра был очень не согласен игрок, нарушивший правила. В любом случае, это вердикт не изменило. Ядреный Вождь получает право на опасный штрафной, но пробивает его откровенно. Беззатейно.
Павел Андрианов спокойно проводил снаряд, уходящий за пределы зеленого прямоугольничка. Не выбивает голкипер мяч вперед, а разыгрывает с ближним. Правда, все равно это от потери не избавило. Ошибся Вячеслав Андрианов. Киксанул сейчас еще раз. Повезло, что мяч все-таки за пределы поля отправился. Более того, остался он еще и у легиона. Все-таки последним снаряд коснулся кого-то из индейцев. Седов получает мяч в центре. Его активно там пытается встречать Смоловский. Но лишь обозначает по большому счету прессинг. Андрианов пересекает центральную линию. Его никто не встречает. И отдает он хорошую передачу. Нехорошев назад на Мухина. Можно попробовать уже перевести мяч на противоположный фланг. Но Мухин принимает другое решение и пробивает с дальней дистанции, и мяч прошел значительно выше цели. К слову, прошла уже одна замена. Поменялся после стартового отрезка Павел Камушкин. Вместо него Никита Демченко на правом фланге обороны появился. Сейчас отправляется на скамейку запасных и капитан легионеров Алексей Животовский. Вместо него выходит как раз-таки Дмитрий Токарев. Также еще и появился на поле Сергей Миронов вместо Станислава Мухина. И на этом вроде бы все, больше перестановок не было. Но если вдруг что-то замечу, я вам обязательно сразу же сообщу. Нехорошев отыгрывается с Седовым. Того в центре поля жестко встречает Алексей Зотов с нарушением правила. С нарушением правила, конечно же. Казарян играет налево. Миронов. Обратная передача на Нехорошева. Вячеслав Андрианов. Дальний удар. И мяч оказывается в сетке. 1-0 на 17-й минуте. Открывается счет. Никто не мешал Вячеславу Андрианову пробивать со столь внушительной дистанции. И вообще, на самом деле, на мой скромный взгляд, очень низко индейцы садятся при позиционных атаках легионеров. И поэтому именно с помощью дальних выстрелов стараются подопечные Александра Седова и братьев Андриановых проверять Глеба Ратникова. Один раз мяч попал в штангу, пару раз уже сами легионеры промахнулись. Да, но а вот этот вот выстрел лучшего бомбардира дублирующего состава легиона пришелся в самую паутиночку ворот Ратникова. 1-0, 17-я минута, легион получает преимущество. Токарев. Хорошая по замыслу передача на Нехорошего в освободившуюся зону, но нет. Не прошла она в итоге. К слову, Дмитрий Токарев появился не под своим 29-м номером, а под Андриановским 69-м. Но в третьей лиге вообще, согласно регламенту, можно меняться футболками хоть по ходу встречи или играть без номеров. Но все-таки большинство команд, конечно же, предпочитают играть под своими номерами. Но вот такие ситуации, к сожалению, все-таки случаются. Благо, что игроков легиона мы уже успели изучить за такое огромное количество прямых трансляций. И с их идентификацией проблем возникнуть не должно. Ну и, пользуясь случаем, хочу, конечно же, поблагодарить тренерский штаб Ядреного Вождя за то, что заполняли они протокол с игровыми номерами. Пошли вашему покорному слуге навстречу. Безусловно, это очень сильно помогает мне в работе. Надеюсь, что я вам не порчу впечатление от просмотра этого футбола. Седов играет в центр на Казаряна. Неудачно обработал мяч Попин. Но опять-таки слишком низко опускаются индейцы, и поэтому никто физически уже не успевал отобрать снаряд у седьмого номера легиона. Здесь Андрианов Вячеслав снова оказывался на ударной позиции. Либо же какие-то перестановки у нас произошли в тактическом построении футболистов, либо же уж слишком часто Вячеслав Андрианов стал подключаться вперед. Вот только сейчас он вернулся в собственную штрафную. Понаблюдаем еще за действиями
центрального защитника. Да, гол он забил, но если вдруг в его отсутствие сумеют индейцы отличиться, тут, конечно же, все старые былые заслуги мы перечеркнем и будем журить центрального дефенсора Легиона. Пока что штрафной зарабатывает ядреный вождь на 20-й минуте встречи. Вновь неплохая возможность для того, чтобы проверить в деле Павла Андрианова. Пока особо трудиться ему не приходилось, хотя пару ударов в створ все-таки мы уже видели. Из двух человек поставил стенку Андрианов. Идет выстрел, и здесь здорово и надежно играет головой один из защитников, по-моему, это Демченко. Вновь не пришлось вступать в игру Андрианову. Вождь продолжает атаковать. Неплохая комбинация. Но в этой зоне не оказалось никого из футболок в белокрасных цветах. Очередные перестановки. Появляется на поле вместо Попина Казаряна Руслан Ишмуратов. Для него-то эта встреча, ох, как важна. Начинал сезон Ишмуратов как раз-таки в стане индейцев, но перешел к легионерам по ходу сезона. И говорил он мне сам перед матчем, что для него этот матч действительно важен. И он сейчас отдает отличную передачу, которая могла бы стать голевой. И все еще может, если бы Дмитрий Токарев попал бы по воротам. Говорил Ишмуратов, что для него этот матч крайне принципиален, особенно после поражения 1-6 в внутреннем первенстве. Посмотрим, сыграет ли это ему на руку или же наоборот. Будет только мешать. Пока он отметился очень умной передачей на Токарева, которая лишь чуть-чуть оказалась не в такт и не стала голевой. Играет в отборе Демченко, продолжает он бороться на поступах к своей штрафной. Дважды пошел подкаты, дважды без нарушения правил сумел атаку остановить. А в итоге еще и аут зарабатывают легионеры. На поле, к слову, под девятым номером еще и Артем Лагуткин у легиона появился. У вождя, по-моему, остановок с начала игры так и не было. Это уже 22 минуты сыгранных в первой половине. Андрианов играет направо. Демченко завозился с мячом, но вышел победителем из этой самой проблемы, которую сам себе и создал. А затем, правда, Ишмуратов все-таки снаряд потерял в атаке. Вождь Смоловский, неточный пас. Придется начинать все с самого начала. Снова Смоловский. Никак не опустит он снаряд на газон. В итоге теряют мяч легионеры. Правда, сделал это уже крайний защитник Андрей Антонов. Но отвечают словно лаверды и легионеры неточным пасом. Удар от ворот. Команда уже потихоньку начинает подумывать о перерыве. Играть, конечно, еще 7 минут. За это время в ЛФЛ может поменяться буквально все. Но особенно действующему пока без замен ЯВ, наверное, перерыв сейчас более нужен. Второй гол, который Легион может забить в раздевалку, конечно же, очень сильно изменит расклад сил на поле. Повторюсь, пока Павлу Андрианову особо в игру вступать не приходилось. Демченко играет вертикально вперед на Токарева. Играет направо. Лагуткин. Токарев, удар выше цели. Но было достаточно опасно. ЯВ быстро разыгрывает мяч, так же, как и Легион, не вынося его в борьбу. Жумакулов. Центр.
Вот как раз-таки одна из замен все-таки произошла. У нас Владимир Фомин под пятым номером играет у нас в центре поля. Каюсь, пропустил я эту замену. Исправляюсь, но пока особыми действиями пятерка не отметился. Так что ничего серьезного мы не пропустили. Лагуткин пробил с дальней дистанции. Его удар заблокировали. Миронов жестко идет подкат против Артема Митина. Мяч оставался у индейцев, и поэтому рефери игру не остановил. Вячеслав Андрианов завозился здесь тоже с мячом, а еще и правило теперь нарушает на Владимире Куренкове. Но тот выпутывается из этой ситуации еще лучше. Отдал передачу в центр, и там уже Легион сорвал атаку. В любом случае, со своей задачей первая линия обороны легионеров справился. Куренков играет налево. Антонов. Отдача в штрафную. Здесь Павел Андрианов забирает лучше свои вратарские руки. Вновь вперед. Лагутин обозначает борьбу сопернику. Но все-таки по антропометрическим данным он проигрывает немножко Всеволода Михайлова. Того чуть-чуть полегче. Отличная атака легионеров. Миронов как не попадает в створ после передачи Токарева на вторую линию. Извиняется перед партнерами, конечно же, Сергей Миронов. Момент был упущен действительно стоящий. Еще замена у ядреного вождя. Отправляется отдыхать Алексей Осмоловский. И появляется на поле Ривас Усупов. 90-м номером будет действовать он на острие. Ну а к слову, у нас слева в обороне, насколько я понимаю, Дмитрий Яньков действует вместо Андрея Антонова. Опаздывал этот футболист к сбору команды и не был известен мне игровой номер этого игрока. И пару раз я его по ошибке Антоновым назвал. Так что достаточно сильно уже освежил свой состав ядреный вождь. Но пока это не помогает индейцам в сегодняшнем противостоянии. На табло по-прежнему счет 1-0 в пользу дубля легиона. Андрианов. Хорошая передача на Миронова. Тот продлевает полет в штрафную. Но здесь Глеб Ратников, вовремя выйдя из ворот, становится хозяином своей штрафной площади. Шмуратов играет назад на Седова. Токарев. Снова Седов. Снова Токарев. Только уже отклеился он от опекуна. Лагуткин. Прострел. Или что это? Удар был. В любом случае получилось не то и не другое. Удар от ворот. И вновь индейцы разыгрывают мяч с ближним. Действительно, стараются проповедовать и те, и другие комбинационный футбол, что, конечно же, не может нас, нейтральных зрителей, не радовать. Джумакулов. Куренков. Разыгрывают импровизированный квадрат на своей половине поля индейцы. Куренков. Неплохо. Разыграли здесь футболисты в бело-красном, но затем одна неточная передача, и атака завершилась без удара. Поворот. Токарев. Проходит эта скрытая передача на в очередной раз подключившегося Вячеслава Андрианова. А вот уже его визави Всеволод Михайлов пошел вперед. Но вовремя отскочил назад, понимая всю опасность контратак соперника. Минута чуть больше остается у нас до завершения первой половины.
далеко выбивает мяч Павел Андрианов. Лагуткин выигрывает по факту верховое единоборство, но скидка в правую зону казалась безадресной. Аут. Возможно, одну из последних атак в первом тайме мы сейчас наблюдаем. Андрианов играет направо. Андрианов старший. Лагуткин в одно касание. Неплохо. Седов еще правее. Ишмуратов извиняется перед партнерами. Похоже, что все-таки бил. 17 номер. Хотя, конечно же, передача прострельная в штрафную выглядела более перспективным развитием атаки. Куренков чуть было не ошибся в центре поля, но сам же свою оплошность исправил, не позволив Дмитрию Токареву выбраться на ударную позицию. Джумакулов соревнуется в скорости с Александром Седовым. И это первый горчичник в сегодняшнем матче. Получает его Александр Седов. Уже в компенсированное к первому тайму время. И завершается у нас тайм опасным штрафным на половине поля. Номинальных хозяев сегодняшнего матча. Наверное, все-таки отсюда прямой удар мы с вами увидим. Предыдущие попытки, честно говоря, получились не очень. Но в таких играх достаточно однажды пробить классно, чтобы ситуацию перевернуть в нужное русло. Разбег под барабанную дробь. Удар не доходит вновь до Андрианова, застряв в чистоколе ног. Что ж, перерыв. Отдыхаем буквально минутку-другую и затем возвращаемся на стадион на Флотской улице. Подходит у нас к концу перерыв в матче 1-16 Кубка Третьей Лиги. В поединке, в котором встречаются дубль Легиона и ядреный вождь. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Александра Седова и братьев Андриановых. Единственный гол на счету Вячеслава Андрианова. Забил он его на 17-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной. И у нас здесь перестановки произошли значимые в составе легионеров в перерыве. Павел Андрианов снял вратарский свитер и отправился в поле. Его место на последнем рубеже занял Александр Седов. Традиционная на самом деле замена для дубля Легиона. Сейчас посмотрим, окинем взглядом составы команд, которые сейчас на поле расположились. И назову я вам тех футболистов, которые начинают вторую половину встречи. Начинается она с опасного удара Владимира Куренкова. Это при том, что еще и выстрел у 88-го номера не получился. Но коли уж я сказал о перестановке на последнем рубеже у легионеров, давайте и начнем с них. Александр Седов во втором тайме защищает ворота Легиона. Линия обороны в стартовом своем виде предстала. Вячеслав Андрианов в центре, Станислав Мухин справа, Павел Камушкин слева. В опорной зоне играет Павел Андрианов. Чуть повыше Попин, Казарян. Нет, прошу прощения, Павел Андрианов с Попином Казаряном как раз-таки действует чуть повыше, а в опорной зоне как раз-таки Иван Нехорошев остался. На острие атаки Алексей Животовский. Что касается ядреного вождя, то здесь вратарь остался прежним, Глеб Ратников. Линия обороны у нас Всеволод Михайлов в центре, слева Дмитрий Яньков, справа посмотрим, были ли там перестановки на дальней от меня половине. Нет, остался активный Кузнедин Джумакулов. Здесь момент, и как не везет Легиону. Буквально
Конечно же, Легиону везет, прошу прощения, не везет ядреному вождю. Буквально с метра пробивал Алексей Осмоловский, но мяч угодил в штангу, еще и в руку Александра Седова, который, естественно, эти самими руками имеет право играть. И ушел мяч на угловой. Вот они, ответы, наконец-таки, от индейцев пошли. Не связаны ли все происходящее с тем, что Александр Седов оставил опорную зону и отправился защищать ворота? Потому что удар Куренкова, который играет у нас, естественно, в центре полузащиты, он как раз-таки случился потому, что опорный полузащитник не встречал плеймейкера соперника. А ведь есть еще и активные по краям хавбеки. Это Андрей Антонов, который во втором тайме действует в полузащите. И Алексей Зотов. Ну а на острие атаки, как вы уже поняли, Алексей Осмоловский играет. Здесь подсел под Станислава Мухина Зотов. И небольшая словесная перепалочка случилась. Недоволен был Мухин поведением соперника, который отбрыкнулся от него. Продолжаются у нас небольшие такие словесные стычки. На этот раз Антонов был недоволен. О, Александр Седов, который ходил за мячом, за противополе с кем-то поздоровался. Возвращаемся на поле. Ядрёный вождь в атаке, как подобает команде, уступающей в счете. Смоловский играет назад на Михайлова. Контролирует мяч белокрасный. Жмакулов по ближнему. Все пока неплохо, но без какого-то значимого продвижения. А вот здесь на левой бровке здорово набирает скорость Дмитрий Яньков, но его почему-то никто из партнеров так и не увидел и не отдал ему передачу. Впрочем, индейцы заработали угловой, тоже неплохой финал этой позиционной атаки. Следует подача. Здесь Мухин спокойно, понимая, что никто его не преследует, а пропускает мяч, позволяя ему уйти за пределы поля. Андрианов. Теперь, наверное, нужно говорить, кто из братьев Андрианов в поле мяч принимает, потому как теперь их два на зеленом прямоугольничке. Камушкин оставит мяч в игре, оставляет. Еще и борьбу навязывает оппоненту, вынуждая именно того выбить мяч за пределы. Ну, а Вячеслав Андрианов не стал ничего выдумывать и просто вывел снаряд куда подальше, за пределы не только поля, но и стадиона. Ядреный вождь снова приступает к позиционному наступлению. Похоже, что вторая половина будет проходить именно в таком ключе. Но у Легиона, безусловно, появятся шансы для контрвыпадов. Особенно, если минимальный разрыв будет сохраняться вплоть до заключительных мгновений встречи. Седов далеко убивает мяч в направлении Павла Андрианова. Тут проигрывает верховое единоборство неожиданно Дмитрию Янькову. Неожиданно, потому что Андрианов в прямом смысле слова на голову выше своего визави. Это разминочка для Седова. Мухин играет в центр. Андрианов принимает мяч. Перед ним практически никого нет, но в сольный проход Павел Андрианов не устремился. Отыграл Казарян, а тот хорошую передачу по замыслу отдавал в штрафную. Но здесь Всеволод Михайлов заранее прочитал и ситуацию разрядил. Говорили мы, что, скорее всего, Легион будет действовать в контратаках опаснее. А на самом деле получается, что именно индейцы устремляются в опасный контрвыпад. Зарабатывает штрафной Хуснеддин Джумакулов. Максимально
осторожно его опрокидывал на газон Папин Казарян, дабы избежать ненужного горчичника. Но, тем не менее, от штрафного это, конечно же, не уберегло. Не позволяет Юрий Коноплев в интересной манере подвигаться вперед футболистам, стоящим в стенке. Причем это не сильно помогло Куренкову. Его удар все равно пришелся именно в нее. Но угловое постоянное давление, которое еще и к тому же болельщики индейцев оказывают с помощью своей красивой, безусловно, поддержки, оно, конечно же, может в определенные мгновения дать результат. Напомню, что у нас всего лишь минимальное преимущество команды Александра Седова и братьев Андриановых на табло. А следовательно, всего один гол нужен ядреному вождю, чтобы, ну, по крайней мере, перевести игру в серию после матчевых пенальти. Очередной стандарт, уже энный по счету во втором тайме. Шумакулов. Один из самых активных, если не лучший, футболист в сегодняшнем поединке в составе ЯВМ. Хороший удар. И мяч так вильнул прямо перед воротами. Но пока все это мимо створа. И Александр Седов, за исключением того эпизода, когда после удара Алексея Смоловского мяч попал в штангу и ему в руку, вступать в игру не приходилось. Индейцы нагнетают давление, но без какого-то дополнительного преимущества. Здорово играет Павел Андрианов на перехвате, и контратака могла бы получиться, если бы с мячом там не завозились атакующие силы легионеров. Иньков играет налево. Плохая откровенная передача. И очередной перехват. И в численном большинстве атакуют легионеры. Мухина. Передача в центр. Зачем-то поднимают здесь мяч номинальные хозяева поля. И неудобно было уже Папину Казаряну пробивать. Пауза, и словно по расписанию делают замены. Хозяева — Павел Камушкин и Алексей Животовский — отправились отдыхать. Дмитрий Токарев и Никита Демченко снова на поле. Ну а мяч вновь в ногах у игроков ядреного вождя. Антонов направо. Жумахулов раскачивает Павла Андрианова, но с большим трудом от того уходит, но все-таки совершает свой слаломный проход. Передача на вторую линию, и чуть-чуть не точно. И вновь контратака легионеров. Вновь она в хорошем численном сочетании проходит. Токарев бить вновь почему-то не стал, и точная передача приводит к обрезу и ответной контратаке. Еще одна ошибка. Ох, во втором тайме что-то зачастили с неточностями. И одна, и другая сторона. Именно поэтому у нас по-прежнему немного голов. Дальний выстрел Вячеслава Андрианова так и остается единственным точным в сегодняшнем поединке. Замена у ЯВМ. Отправляется отдыхать Дмитрий Яньков. На его позицию выходит Артем Митин. Скорее всего, это означает, что Антонов вновь в оборону опустится. А Митин
вернется на привычную позицию крайнего хавбека. Сразу же в атаку устремляется третий номер. Как он считает, зарабатывает угловой, но все было очень хорошо видно. Именно от него снаряд покинул пределы поля. Мухин неточную передачу выполняет ударом от ворот. Андрианов не сумел ее достать. Токарев в фирменной манере пробирается в чужую штрафную. Прострел. Вступает в игру голкипер, но это лишь отсрочило неизбежное. Еще один удар из-за пределов штрафной. На этот раз младшего из братьев Андриановых становится голевым. 2-0. 44-я минута. Легион упрочил собственное преимущество и сделал очередной шажок на пути к проходу в следующий раунд турнира. Вот теперь-то нас ждет самое интересное, что можно ожидать в эндшпиле. Ядреный вождь большими силами непременно пойдет вперед, и у легионеров будут возможности для контратак. Токарев здесь у углового флажка настает мяч, разыгрывают уже легионеры его штрафной. Передача пяткой, но точно в руки Глебу Ратникову. Напомню, что 13 матчей подряд ядреный вождь одерживал исключительно победы. И вот еще со времен зимы сегодня может первое поражение потерпеть. Андрианов жестко здесь пошел в стык. И понимая, что мяч потерял, сфалил, не пожалев своего оппонента. Но это меньше из зол, безусловно. Контратака могла бы получиться в разы опаснее, учитывая, что Вячеслав Андрианов является центральным защитником дубля легиона. Да и основной команды тоже. Ввиду большого количества травм, здесь не так много возможностей варьировать состав у тренерского штаба легиона. Митин играет направо. Еще одна попытка дальнего удара, но все они оказываются заблокированы. Здесь здорово Антонов отборолся на своей половине, не позволил легиону убежать в отрыв. Но Токарев, конечно же, никуда не будет спешить. К тому же еще и замену проводит легион. Сергей Миронов на поле появился вместо Станислава Мухина. Зарян скрутит, вертит в своей фирменной манере. Андрианов старший. Отдают передачу на своего брата Вячеслав. Павел Андрианов еще в штрафную. Ответный пас. Нужно забивать третий гол и закрывать эту лавочку, как любит говорить мой коллега Кирилл Разумовский. Но нет, затянул он с ударом, и успели его в своей штрафной обезмячить защитники индейцев. Кстати, вот эти вот амплуа защитник, нападающий по отношению к ядреному вождю и прозвищу команды, как индейцы, звучит очень интересно. Защитник индейец и нападающий индейец. Неплохо. Токарев играет направо. Вновь легион в контратаке. Вновь она в численном большинстве проходит. Выход 1-1. Токарев. И отдает он передачу на пустые ворота по пину Казаря. Но тот из пределов вратарской не попадает в створ. Невообразимое происходит. За это, конечно же, надо наказывать. Ядреный вождь устремляется в атаку. Осмоловский направо. Джумакулов. Передача штрафную. Здесь Миронов надежен. Андрианов. Очередная контратака. Правда, она проходит в таком неспешном темпе. Пас. Токарев. Будет третий гол. Ну вот, наконец-таки он случается. 3-0. И это, наверное, все-таки приговор. Сейчас прогнозирую я, тренерский штаб легиона,
проведет массовую замену, уберет всех футболистов, которые будут играть буквально сразу против Интера. Вот, не угадал я, поменял только Папину Казаряна. Хотя, наверное, при счете 3-0 уже можно было бы дать отдохнуть и братьям Андриановым, да и Сергею Миронову. От греха подальше убрать с поля, не дай бог, получит он травму или удаление. И не сможет помочь своей команде через 12 минут по матче высшего дивизиона. Но это в любом случае относится к решениям тренерского штаба выигрывающей сегодня команды. Я, понятное дело, лезть в их работу не имею права, да и не нужно этого делать, понятное дело. Матч продолжается, Андрианов играет налево. Демченко, Лагуркин. Неплохо они продвинулись вперед в штрафной площади Ратникова, но все-таки неточность в решающей стадии подвела, и пас оказался совсем уж. Безадресным. Ну а здесь, по мнению Юрия Коноплева, Вячеслав Андрианов не по правилам оттеснил от мяча Хуснедина Джумакулова. Недоволен Александр Седов был назначением этого штрафного, и понять его недовольство, в принципе, можно. Мне тоже показалось, что ничего криминального центральный дефенсор легионеров в этой ситуации не делал. Шмуратов неудачно играет собственный штрафной и возвращается снаряд к ЯВМ. А вот Алексей Животовский показывает, как нужно защищаться, будучи даже нападающим, не щадя ни себя, ни соперника, ни даже болельщика, который за пределами стадиона, за пределами поля, конечно же, расположился. Идет он в борьбу и останавливал атаку ЯВ. Ртовский. Здесь втыкается он в соперника. Здесь я согласен с решением арбитра. Очередной стандарт. 10 минут у нас остается до окончания этого поединка. Ну, наверное, шансов отыграться у индейцев уже не так много. Хотя, безусловно, они еще имеются. Но не создали они рост моментов за первые 50 минут встречи, чтобы говорить о том, что действительно веру в чудо еще можно хранить у сердца. Хотя, конечно же, если однажды забьют белокрасные в ближайшие минуты, на моральном подъеме можно устроить и настоящий штурм владений Седова. Удар. Здесь Седов в ближнем углу надежен и спокойно мяч забирает. Это неудачно будет. Мяч в игру. В атаке ЯВ. Здесь Демченко просовывает ногу, словно палку в колесо сопернику. И тот был вынужден остановиться. Еще раз здорово играет в отборе. Антонов. Неудачно себе мяч подработал. И удар уже изначально был обречен на провал. Павел Андрианов начинает контратаку своей команды и сам же ее завершает ненужным дриблингом. И очередные перестановки у легиона. Вот как раз таки отправляется отдыхать еще один игрок основной обоймы. Хозяев поля Павел Андрианов, вместо него его тезка Камушкин в оборону возвращается. Ну и думаю, что плюс-минус в таком сочетании легион и закончит эту встречу. Куренков. Уже шаг передвигается плеймейкер
Яве, но отдают хорошую передачу. Пас на вторую линию. Будет еще один угловой. И замена ведреного вождя на поле. Дмитрий Янков возвращается вместо отпахавшего Антонова. Вячеслав Андрианов разряжает обстановку штрафной. Янков. Играет центр. Янков. Направо. Жумакулов. Уже дважды накрутил Шмуратова, но опять-таки никакого продвижения не получил. Все это красиво смотрится, но, конечно же, никаких дивидендов не приносит. А вот эта вот прострельная передача от Янькова становится априори опасной, потому как штрафной зарабатывают бело-красные. Пробили их, правда, уже бесчисленное множество в сегодняшнем поединке гости. Но, повторюсь, все безрезультатно. На табло 3-0. Возможно, это на самом деле последняя возможность, простите, на такую тавтологию. Спасти сегодняшнюю игру. И забивает Снедин Джумакулов. Пробил вратарский угол. И Александр Седов должен был справляться с этим ударом. Ничего сложного он себе не таил. Но все мы прекрасно понимаем, что ни Андрианов, ни Седов не являются голкиперами по своей основной деятельности, и уж сильно журить вратаря за пропущенный мяч мы не будем. Но у вождя появляется реальный шанс зацепиться за ничеечку в сегодняшнем матче. Играть остается, да, 5 минут, но сейчас Яве на подъеме и идет на настоящий штурм ворот легионеров. А здесь еще и затеял дриблинг на своей половине поля Лагуткин. Хорошо еще, что мяч сохранил, а то было бы совсем уж печально. Демченко свечку заряжает в центральном круге. Левой ее успокаивает. Оф. Вперед, а не было здесь нарушение правил. И в итоге еще и от Алексея Смоловского мяч покинул пределы поля. Миронов слишком долго ждал. Придет мяч, его обокрал Куренков. Еще один дальний удар оказался заблокирован, а падение Джумакулова не впечатлило Юрия Коноплева. Еще минутку. Легион сумел сохранить и скушать у соперника. Сохранить устраивающий счет и убить 60 секунд игрового времени. Смоловский сохраняет мяч, даже несмотря на неудачный прием. Михайлов. Смотрите, как низко опустился Смоловский, потому как тяжело ему на острие бороться с Вячеславом Андриановым. Ну, а здесь спокойно проводил мяч за пределы поля Вячеслав, не позволив Владимиру Фомину даже вступить в единоборство. Но его и не сдается. Продолжает искать оптимальные сочетания. Вновь на заключительные минуты Ривас Усупов на поле выходит. Не слишком активно он идет в прессинг. Буквально шагом, легкой пробежкой от него отрывается Вячеслав Андрианов. И Шмуратов. Говорили мы о том, что для него этот матч крайне важен. Но, откровенно, не получился он. Пытался обострять, пытался
запомнится красивыми действиями, но все получалось не в попад, за исключением его первой передачи. Когда он на ударную позицию Дмитрия Токарева выводил. Две минуты у нас остается до окончания основного времени матча. 3-1. Легион пока впереди. Куренков. Разворачивается, играет налево. Джумакулов. Ставит ногу жестче, чем Ишмуратов. А вот вновь Вячеслава Андрианова обыграть не удалось. Куренков играет налево. Куренков здесь совершенно один. Набирает скорость и бьет с дальней дистанции. Выше ворот. Александр Седов, конечно же, никуда не спешит. Прогулочным шагом отправляется к дальнему углу вратарской. И лишь затем вводит мяч в игру. Все по букве закона. Ни больше, ни меньше. Здесь даже и желтый карточек предъявить не за что. Куренков рвется вперед. Коллективными усилиями мяч у него вроде бы отбирают. Падение — это тоже горчичник. Желтая карточка для Вячеслава Андрианова на 60-й минуте. Но все правильно делал защитник. Конечно же. Срывал он перспективную атаку. Играть остается менее минуты, и никакой гол сейчас не был нужен легионерам. Не дай бог нервную концовку себе придумать в компенсированное время. Но, тем не менее, штрафной все равно опасно. Да, здесь правоногому футболисту будет не очень удобно напрямую угрожать владением Седова. Но Джумакулов сегодня уже забитым мячом одним отметился. А сейчас отмечается и попаданием в стенку. Фомин. Крутит, вертит на поступ к штрафной. Пытался себе найти возможность выхода на ударную позицию. И на этом завершается у нас сегодняшний поединок. Дубль легиона берет вверх в противостояние с ядреным вождем. 3-1. Выходит в следующую стадию в 1/8 финала. И 17 июня в 11:40 сразится с Вендеттой. Что ж, дорогие друзья, на этом будем прощаться. Для вас сегодняшнюю игру прокомментировал Никита Лаврентьев. Переключайтесь на новую трансляцию, в которой легион сразится с Интером.